Кумертау на днях была проведена благотворительная акция «Подари радость детям». Заместитель главы по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина вместе с предпринимателями нашего города посетили несколько многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Напомним, что подобные благотворительные акции стали традиционными в течение последних 5 лет, и проводятся они 3 раза в год. Сегодня у нас состоялась очередная благотворительная акция муниципальная, которую мы продолжаем вот уже 3-й год. Она была начата по инициативе главы администрации Бориса Владимировича Беляева. И цель этой акции – помочь малоимущим семьям, семьям в трудной жизненной ситуации. Такая благотворительная помощь, решено было, что будет оказываться к Новому году, ко Дню защиты детей, к 1 июня, и в сентябре, в начале учебного года. Ребята получили подарки, различные познавательно-развлекательные игры, сладости, одежду и канцелярские товары. Особенно важным и нужным оказалось не это. Дети поделились с гостями своими желаниями и мечтами. Для руководителей городских организаций участие в подобных акциях – это очередной повод оказать небольшую, но все же помощь тем, кому это действительно необходимо. Нас пригласили поучаствовать в сегодняшней акции именно благотворительности, как помощь деткам, что, естественно, с удовольствием купили игрушки, подарки, гостинцы разные. Вот. Детки очень понравились, деточки очень красивые, видно, ухоженные, замечательные, отзывчивые, прям просто умнички. Было очень-очень приятно, прям получили удовольствие. Организаторы акции искренне надеются, что смогут сделать детство малышей и подростков более счастливым. Ребята остались довольны подарками и будут ждать гостей снова.